Пока гости курорта путешествовали через века, погода внесла коррективы в праздничную программу. Счастливчики, собравшиеся за призами на площади у администрации, с нетерпением ждали, когда объявят их номер. Проверяли девушки, женщины, кому дарили сегодня розы. Сверяли номера мужчины и дети. И первой удачей улыбнулась гостю курорта Алексею. Корзина от магазина «Самовар» Алексею понравилась. Девушки из ансамбля «Забава» подсказали, если радостью поделиться с близкими, ее станет еще больше. Под песню раззабавилась и природа. В Анапе опять пошел дождь, но гостей это не смутило. Отдыхать приехали с таким же настроением, прошли на главную площадь. Под раскрытыми зонтиками смотрели главное завораживающее действие – открытие летнего сезона 2013. Гостей впечатлял необычный парад необычного транспорта. Для анапчан белый электропоезд и автомобили с тиграми уже знакомо. Парад перед концертной площадкой и на ней – парад звезд анапских коллективов. Сезон обещает быть очень интересным. Я еще раз повторюсь, желаю, чтобы каждый турист, каждый приехавший к нам, наш маленький инвестор, получил удовольствие, а все руководители санаторно-курортных и туристских организаций получили достаточный доход, чтобы стать лучше, чтобы улучшить качество обслуживания. Я хочу попросить анапчан быть еще гостеприимней. И я уверен, что те, кто посетил наш город, вновь захочет сюда вернуться и привезти с собой своих друзей и знакомых. Приезжайте к нам, мы радушные, гостеприимные хозяева. Летний курортный сезон 2013 года в городе-курорте Анапа объявляю открытым. Вот они, те нужные слова! Кульминация праздника – выступления Валерии. До выхода певицы на сцену анапчане и гости курорта сомневались. В дождь звезда российской эстрады может не выйти. Но открытие сезона 2013 года прошло по всем правилам и с грандиозным фейерверком. Наталья Пухальская, Игорь Куршаков, Анапа регион.